Извините. Ты что делаешь? Я же кубок пыль собираю. Яркие, запоминающиеся, креативные. В команде КВН «Гармония» 10 школьников разных возрастов. Но это не помеха общему делу. Ребята объединились и смогли одержать победу в финале детского КВН. Школьники рассказывают, шли к этому дню 7 лет. А чтобы придать креативности выступлению, позвали на помощь своих мам. Только побеждать, удивлять шутками, танцами, песнями и всем-всем-всем, чем только можно. Начинали сезон 24 команды, до финала добрались только 5. Ильинка, New People, Пурум-пум-пум, Гармония и Пятница 13. Во время конкурса проводилось онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. В нем победу одержала команда Пурум-пум-пум. За спиной у ребят большая группа поддержки из родных и близких. В нашей школе команды не было, и мы с родителями объединились и решили, что команде КВН в школе номер 155 быть КВН. Это весело, КВН это здорово, КВН это зажигательно, КВН это любовь на всю жизнь. Попадаешь в КВН, выйти оттуда невозможно. Ребята старались, ребята боролись, и вот они в финале. У нас детский КВН самый лучший в стране. Он развивается семимильными шагами, и с каждым годом все больше и больше команд играют в эту замечательную игру. Во всех уголках нашего региона есть команды КВН. И гости из других городов приезжают у нас играть и отмечают высокую организацию, гостеприимство города, как бы доброго зрителя. 16 апреля состоится борьба за суперкубок, участие в которой примут не только городские, но и областные команды. Самарская «Гармония» будет соревноваться с командами «Что-то между» из города Отрадный, Новокубишевским «Прогрессом» и 13 шутками из Тольятти. Победители суперкубка поедут представлять регион в Анапу на международный фестиваль детских команд КВН. Виктория Шаре, Полина Чулюкова, Константин Головин. События.